Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Надеюсь, у вас сегодня хороший день. Мы посмотрим на графики по биткоину, подумаем, что может произойти. Я также покажу вам свои сделки, покажу свои ордера, которые я расставил, ну и посмотрим на общее состояние рынка. Меня зовут Джеймс Криптогуру, я занимаюсь инвестициями и трейдингом уже 20 лет. Я майню биткоин с 2012 года. В течение 2 лет я уже выгружаю видео 2 раза в день и показываю вам, что я делаю на рынке со своими деньгами. И не забывайте, что у меня проходит акция, если вы комментируете мои видео, если вы подписаны, если вы постоянно ставите лайки, то в течение месяца я смотрю за этим и затем выбираю 5 человек случайным образом, каждый из них получает по $200. Ну а теперь давайте перейдем к техническому анализу по битку. Вчера фондовый рынок держался вполне неплохо, но вот биткоин и криптовалюты обвалились. Луна минус 17% сегодня. Вчера был очень хороший памп, и я неплохо заработал, но сегодня Луна идет вниз. В общем, на фондовом рынке плюс-минус стабильность, а биткоин сидит на уровне 31 500. Давайте посмотрим на график. Биток все еще находится над верхней границей канала, который я прорисовал уже давно. Мы сейчас смотрим на дневной график и очень хорошо можем увидеть историю, как двигался биткоин. Он начинал свой движение с $29 000, шел вверх, оттолкнулся от $31 000, ну и затем в итоге мы пришли сюда же, после небольшого пролива. И последнее время в биткоин заходят очень хорошие объемы, посмотрите, это практически рекорд. И как я люблю говорить, объем предсказывает цену. Если увеличивается объем на продажу, можно ожидать большого слива, но пока что биток держится. На покупку заходят хорошие объемы, и это хорошо. Биткоин ходил внутри этого канала между 28 600 и $30 600. Очень долго это делал, примерно 3 недели, но в конце концов пробил верхнюю границу. Давайте перейдем, наверное, на 4-часовой, посмотрим, что там происходит. И посмотрим-ка внимательнее, не формируется ли здесь чашка с ручкой. Давайте я уберу сейчас пару линий, чтобы они не мешали нам разобраться на графике. Вот эта чашка. И, возможно, вот эта ручка. Если это так, то биткоин уйдет ниже на 30 600 и оттуда оттолкнется. Очень большая чашка с ручкой, и здесь мы можем померить расстояние, на которое, возможно, вылетит биткоин вверх. И это движение может быть до $34 000. В принципе, неплохой знак. Давайте посмотрим теперь на индикаторы, что там происходит. Стохастик в зоне перекупленности направляется вниз. Ну, я думаю, что действительно, как минимум на 30 600 биткоин может сейчас спуститься. RSI находится в зоне перекупленности. Сквиз моментум был в зеленой зоне, перешел в серую, возможно, будет переходить в красную. И если вы смотрели вчера мое видео, вы знаете, что я ставил ордер на покупку биткоина на $30 600. И сейчас можно посмотреть на параметры этой сделки. Вход 30 600, стоп-лосс 28 600 и тейк-профит на $35 000. Соотношение риск-прибыль 6.56, риск $674. Заработать можно $4 428. С десятым плечом потенциальная прибыль $44 200. Ну что ж, биткоин пока что держится на 31 500, но не формируется ли здесь бычий флаг? Это бычьи сигналы. Но все-таки, я думаю, биткоин для начала как минимум уйдет ниже на $30 600. Если там будут хорошие объемы, то биткоин оттолкнется от этого уровня и улетит выше, я думаю, на $34 000. Я покажу сегодня свои сделки, но сначала напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под этим видео есть полезные ссылки. Не забудьте, конечно, поставить лайк, давайте наберем 1000 лайков на этом видео, также подпишитесь на канал, также можете нажать на кнопку Join, спонсировать, чтобы присоединиться к моему VIP-каналу и получить доступ к моим сделкам онлайн. Ну и также напоминаю, что вы можете зарегистрироваться по моей ссылке на криптовалютной бирже Bybit и получить бонус $4 600, если зарегистрируетесь, начнете торговать, заведете на бирже биткоин, без этой ссылки ваш бонус составит $400. Подписывайтесь на Twitter, Instagram, заходите в Discord, также в Telegram. Ну и давайте перейдем на мой торговый аккаунт на Bybit. Здесь у меня сегодня $209 000. 3 дня назад здесь было 203 тысячи, вчера 212, ну а сегодня 209. Здесь у меня много стейблкоинов, USDT, BUSD, у меня есть 1,5 биткоина на $47 350, Луна на $21 900, также у меня есть Bit на $19 500 и CRV на $5 200. Также у меня установлено несколько ордеров на продажу Луна по $40 и есть ордер на покупку битка по 28 тысяч. Также у меня размещен один ордер на покупку биткоина, о котором я сегодня уже упоминал, по цене 30 600.
$600, но он пока что не исполнен. Я поставил этот ордер на $30,600, стоп-лосс на $29,900, а тейк-профит на $35,000. И вот этот ордер, который у меня здесь и размещен. Объем 0.162 биткоина, цена входа 30600, тейк-профит 35, стоп-лосс 29600. Вот такой ордер у меня пока установлен, не знаю, заполнится он или нет, но я думаю, что да. Я бы даже, наверное, добавил в этот ордер еще, потому что если биткоин уйдет на 30600, то, скорее всего, он хорошо оттуда оттолкнется. Добавим $1000, зайти в лонг, подтвердить. Все, теперь у меня есть два ордера по этой цене $30,600. Ну и давайте посмотрим, что у меня происходит на моем аккаунте на Binance. Здесь у меня сейчас $385,000, BUSD на $136,000, USDT на $134,000. Также у меня есть два биткоина здесь, $63,160, и на $50,000 токена BNB. Также у меня проставлено здесь несколько ордеров на покупку BNB и битка. Еще раз повторюсь, я думаю, что биткоин сейчас пройдет чуть ниже на 30600 и от этого уровня оттолкнется. Если такое случится на хороших объемах, то это будет прекрасно, сможем немного заработать. Я сейчас все еще нахожусь в Каннах, и у меня скоро будет одно очень интересное путешествие на одной из самых крутых, наверное, яхт в мире, и очень мне хочется вам показать это, возможно, даже завтра уже это сделаю, но посмотрим. Следите за моими видео, чтобы не пропустить. Давайте посмотрим, что еще есть мне интересного. Не забудьте зарегистрироваться на Bybit по моей ссылке. И вот еще одну интересную штуку хочу показать, знаете вы или нет, но мой канал мы переводим на несколько языков. Знаете, что я сделал несколько тысяч долларов, это неплохо. سأذهب إلى الأفوان اليوم. لذا تأكدوا من متابعتي على الإنستغرام. الرابط أسفل الفيديو. 제가 거기까지 떨어질 가능성도 열어두고 있는 거기 때문에 그냥 주문만 넣어놓은 상황입니다. Ben Forex de teknik analiz yapıyordum. Ondan sonra Bitcoin mining'e başladım. Hit the subscribe button, join 74,000 people, smash up the thumbs up button. Ну а теперь пару слов о нашем проекте MagicCraft. Здесь отозвался известный блогер Иван Онтек. Возможно, мы с ним в скором времени пообщаемся, будет очень круто. Ну и вы видите сейчас интерфейс нашей игры, которая сейчас в разработке. Мы создаем игру по модели Play to Earn. И проект Optimism листится сегодня на Bybit. Тикер токена будет OP. Это произойдет сегодня. Поэтому регистрируйтесь на Bybit, если вы еще не зарегистрировались. Ссылка есть в описании под этим видео. Очередная смешная картинка. Сижу в NFT-шках, женщины мной почему-то не интересуются. Это снова изображение из нашей игры MagicCraft. Оружие. Мы тоже, кстати говоря, выпустили коллекцию NFT, она сейчас в продаже. Привет, дружище, я всегда ставлю лайки твоим видео, ты настоящий гуру, получаю удовольствие от Монако. Ты по-настоящему мотивируешь и даешь полезную информацию, спасибо тебе большое. Отличный технический анализ, очень рад, что нашел этот канал, нашел MCRT. Это просто фотки, которые я делаю тут в путешествии в моем. Ну, и я думаю, что на этом все. Рассказал вам свое мнение о рынке. Ты отличный парень, мне нравятся твои криптокурсы. Лучшее, на что я подписался в этом году, спасибо тебе, Джеймс. Спасибо и вам, ребята, я рассказываю свое мнение по текущему положению дел на рынке, показываю, что я делаю со своими деньгами. Я торгую на фондовом и на криптовалютном рынке. И как вы можете заметить, что у меня еще много активов в стейблкоинах, в американских долларах. Это все потому, что я ожидаю удачных точек входа. И в общей сложности я хочу зайти в активы на несколько миллионов долларов. Подпишитесь на канал, где уже 74 тысячи подписчиков. С вами был Джеймс, криптогуру, и увидимся завтра.